Шалом, друзья! 14 числа месяца Нисан Алтеребе говорит в Тании, что даже когда человек служит Творцу с великой любовью, этого недостаточно, и это не относится к душе, к святости. Только чувство не выражает твою святость. Для начала, то, что должно присутствовать при служении Богу, это то, что человек принимает на себя «Оль Малхут Шамаим» – «Ермо Царства Небесного». Чтобы понять это, можно привести в пример человека, который принимает себе на работу сотрудника с горячим порывом и мотивацией, но при этом сотрудник собирается делать все так, как он находит нужным и как он понимает. И тогда, естественно, тебе, как работодателю, это не подходит. И такого работника ты не примешь на работу. И его не примут нигде, ни на какой другой работе, и тем более на службе в армии. Еврейский народ находится в служении Всевышнему. И потому первое, что должно присутствовать, это полное аннулирование личных желаний и полное подчинение Творцу. И если фундамент твоего служения – это только большая любовь к Богу, то этого также недостаточно. Прежде всего, это страх, аннулирование и подчинение, а лишь потом любовь, мотивация и так далее. И без этого все равно, что дом без фундамента, который не будет держаться. Кошерного и веселого Песоха нам всем, друзья, и до новых встреч. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.